В Свердловской области прошла церемония чествования лауреатов национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards 2018. Особыми наградами отметили Нижний Тагил и мэра города Владислава Пинаева. Календарь событийных мероприятий Тагила признали лидером в номинации «Лучший муниципальный календарь туристических событий». Городской центр развития туризма занял второе место в направлении «Лучший муниципальный туристический центр – организатор событий». А курорт «Гора Белая» стал вторым в номинации «Лучшая площадка для проведения туристических событий». Владиславу Пинаеву вручили личную благодарность от областного ЗАГС-собрания за большой вклад в развитие событийного туризма на Среднем Урале.